что могло бы убить меня в мысли о том, чтобы я размышляла о жизни. Ничто в театре не толкает меня на мысль. Убивать время можно где угодно, и в театре бессмысленно убивать время, с моей точки зрения. И театр сейчас абсолютно потерял то назначение, которое он имел раньше. Кино – да. Современная музыка, выставки – да. Театр – нет. Самое интересное в любом случае для нас это человеческий мир, мир так сказать, страстей человеческих, переживаний, страданий, мыслей. Если в любом кадре искусства, ну, в той или иной степени опосредственно, что занимается человек, понимаете, литератор словом, художник красками, музыкант звуком, то театр – это то искусство, где человек сам по себе предмет искусства, понимаете? Сам по себе предмет, ну, каждый жест, так сказать, человека, взгляд человека, все это становится как самым непосредственным, конкретным предметом искусства. Поэтому, ну, ничего более, так сказать, человечного, что ли, в искусстве. Ну, просто нет, это самое большое чудо театра, в этом состоит, что вы наблюдаете живого человека и, так сказать, себя соотносите непосредственно с живым человеком, который ежесекундно на ваших глазах, так сказать, творит самого себя.